Повсеместно в области методом осара заготавливается сено в помощь животноводам Аральского и Казалинского районов. Жалгарская молодежь тоже не осталась в стороне от доброго дела, организовала осар по заготовке сена. Жалгарская молодежь также активно помогает в заготовке сена. Добровольцы целыми бригадами выезжают на сенокос. Большой десант молодых косарей высадился на поля хозяйства Саркебатар. Вчера мы начали косить траву, собрали 150 тюков сена, сегодня еще 150. Планируем отправить в Арал 1000-2000 тюков, а то и больше сена. Постараемся в течение недели доставить собранную траву в Арал. Мы должны помогать друг другу в трудную минуту. Ребят пришли поддержать аким района, представители районного филиала партии Нур Отан, районного маслихата, трехкратный победитель Алтын Домбра Мухтар Ниязов. В Аральском и Казалинском районах наблюдается нехватка травы. Наша молодежь организовала такое доброе дело в помощь им. Мы приехали поддержать. Из-за засухи и бескормицы страдает скот Арала, Казалы и Мангистау. Мы одна страна, один народ и должны помогать друг другу. Хозяйство Саркебатар с готовностью предоставило молодежи свои участки для сенокоса. В связи с засухой в некоторых районах молодежь нашего района приступила к заготовке камыша для соседей. Считаю, инициатива правильная. Хорошая молодежь у нас растет. Со своей стороны мы поможем, чем сможем, техникой, рабочими руками. Амина Усенова, Рамазан Джусупбек, Турехан Хожахметов, телеканал Кызыл Арта.